Sonra Azerbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının baş rejissoru Aleksandr Şarovski çıxış etdi. У меня и у всего коллектива театра русской драмы навсегда остался в памяти тот майский замечательный день 10-11 лет тому назад, когда вы и вы, Мехрибан Ханум, пришли и практически открыли нам новое здание театра со всей аппаратурой и со всем тем, что положено быть в настоящем театре. И должен вам сказать, с тех пор началась как бы новая жизнь. Благодаря госзаказам мы делали и делаем по сей день по 7-8 спектаклей в сезон. Мы много ездим, принимаем коллективы на гастроли. К нам это и МХАТ, и БДТ, и Малый театр. И мы посещаем эти города и страны. Список ваших личных благодеяний, он неисчислим. Это и премии, это и повышение зарплаты постоянное. Это и проекты, которые, я думаю, социальные проекты и законы, которые ожидают нашу страну. Это и бесконечное и замечательное, неостанавливаемое строительство нашей страны. Все наши гости в изумлении от нашего города, и ничего подобного, они говорят, не видели нигде. Единственное, здесь... Великая наша певица сказала, что нельзя обращаться с просьбами. Но позвольте, я все-таки обращусь с маленькой просьбой. Дело в том, что театр стоит на пороге столетия. И если бы нашему театру, который при открытии тогда театра, вы сказали, что русский театр в Азербайджане навсегда. Поверьте мне, если вы знали, какое жалкое существование влачат большинство русских театров в бывших союзных республиках, и как мы на этом фоне хорошо себя чувствуем, но дело в том, что они академические, а мы нет. Как бы очень бы хотелось, чтобы мы носили это гордое звание и радовались вместе с вами. Спасибо большое. Sonra emektar artist Tahir Imanov çıxış etdi. Cənab prezident.